Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом GreenCoin. Концепция GreenCoin строится на том, что собираются средства для строительства большой фермы и покупки земли, строительства фермы и перерабатывающего завода, который будет, в работу которых будет внедрена криптовалюта непосредственно GreenCoin, а, естественно, сама технология блокчейн. Прежде всего, отличительным моментом платформы является то, что пользователь продуктов, выпускаемых на, прежде всего, этой ферме, а также фермах-партнерах, заключается в том, что пользователь будет получать информацию о продукте через штрих-код, который будет расположен на каждой упаковке, с полным, совершенно точным описанием всех элементов, которые будут включены в продукт, как чем удобрялся, удобрялись, допустим, растения, из которых выпущен продукт, чем кормили животных, которые, ну, при помощи которых было произведено сырье для какого-то продукта. Вся достоверная информация о сроках его изготовления и процессе. Это очень интересно с той точки зрения, что пользователь будет получать достоверную информацию о тех продуктах питания, которые он потребляет. На мой взгляд, проект очень интересный. Сама идея достаточно проста и гениальна таким образом, поэтому проект, на мой взгляд, достоин внимания. Значит, более полную информацию о проекте смотрите в белой книге этого проекта. Ссылка на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Знакомьтесь и присоединяйтесь. Давайте посмотрим, как видят проект его создатели, какие этапы его будут становления, в чем его суть. К концу ICO в феврале 2019 года разработчики планируют купить 1000 акров сельскохозяйственных угодий, где они создадут ферму и перерабатывающий завод для обработки и упаковки всей нашей сельхозпродукции, которая будет соответствовать международным стандартам пищевой промышленности и упаковки. То есть будет производиться экологически чистая продукция, где и подтверждение этому будет как раз-таки, будет возможность действительно проверить то, из чего эта продукция сделана. На самом деле очень важно. Да, вот мы покупаем, пользуемся продуктами, и в то же время мы очень часто на самом деле не читаем упаковку, а если вот обратить на это внимание, то на ней написано какие-то там действительно очень большое количество вспомогательных химических элементов, которые, ну, мы хотим потреблять или не хотим потреблять, мы о них не знаем и просто употребляем их в пищу. Здесь открывается возможность для развития культуры, да, в той сфере, чтобы понимать, что мы едим, и в связи с этим получать, выбирать именно ту продукцию, которую мы действительно хотим употреблять в пищу. Это действительно очень важно. К концу 2019 года разработчики планируют модернизировать платформу FarmPartner, создать для нее приложение и предоставить инвесторам возможность инвестировать в проекты с GreenCoin. Это будет стимулировать местных фермеров выполнять работу и возвращать инвесторам свои первоначальные инвестиции согласно плану рентабельности. Таким образом, проект имеет цель на развитие и привлекать других фермеров на свою платформу. Платформа начнет работать в странах Африки, и этот рынок действительно огромен и, в общем-то, имеет свою невысокую себестоимость, что также говорит о эффективности проекта. С первого квартала 2020 года разработчики планируют начать партнерство с другими компаниями,
которые будут использовать GreenCoin в нашем блокчейне. Принятие нашей системы приведет к тому, что бизнес примет стандарты, установленными нами в нашей системе, и поможет им в предотвращении подделок или мошенничества с продуктами питания. Также это очень важно и имеет действительно большое основание и имеет место быть в целом. Такая проблема имеет место быть на рынке, поэтому подобное решение, оно очень важно. Я думаю, что подобные проекты так или иначе начнут появляться, и проект GreenCoin один из первых, который берется решать эту проблему. То есть, по сути дела, что будет сделано? Будет создано сообщество фермеров, которые будут выпускать продукцию с обязательством того, что на ней, на упаковке и, естественно, сама продукция будет отвечать стандартам и подтверждению это, и любой потребитель сможет убедиться, да, в соблюдении этих стандартов. Также сможет точно знать, в чем, что вложено в его, в продукты, которые он покупает. На самом деле идея действительно интересная, и я считаю этот проект перспективным. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл этого проекта, ознакомьтесь с информацией на сайте. Непосредственно о токен сейле мы поговорим чуть ниже. Чем привлекательна инвестиция в GreenCoin, в саму монету GreenCoin? Вы можете инвестировать в GreenCoin в нашем проекте и получать хорошую прибыль от своих инвестиций. Инвестируя в GreenCoin, вы будете получать GreenCoin, вы будете получать, будете инвестировать в будущее сельскохозяйственного производства. С этим я очень согласен. Я думаю, что эта отрасль, ну, действительно, это логичное ее развитие, логичный этап развития, выхода на это вот виток конкуренции. Вот здесь уже не только маркетинг, да, то есть на сегодняшний день мы знаем, что в большинстве своем на выборе того или иного продукта играет роль маркетинг. И это очень часто не приводит, а, собственно говоря, нивелирует качество того или иного продукта на самом деле. То есть хороший продукт с плохим маркетингом меньше продается, чем плохой продукт с хорошим маркетингом. Но это вот грубо говоря. То есть теперь у пользователей, у потребителей продукта будет доступ к реальной информации, да, и он будет выбирать качество. Соответственно, для того, чтобы продукция покупалась, производители будут вынуждены улучшать качество и улучшать качество продуктов, что будет, естественно, большим плюсом, тем самым это будет лучшая реклама для своей продукции. Ваши инвестиции в GreenCoin помогут создать рабочие места для сотен фермеров. Каждый год владельцы GreenCoin получат 20% чистой прибыли проекта GreenCoin Project. Еще раз призываю вас присоединиться к проекту, также о упаковке. Каждый товар, произведенный и упакованный на нашей фабрике, будет содержать полную информацию о подающемся проверке и подающейся проверке код подписи смарт-контракта в виде штрих-кода. Детали будут включать дату производства всего товара, произведенного в партии, ингредиенты, элементы, всю информацию о производственной ферме и заводскую позицию. При покупке товаров потребители смогут посетить сайт Agric.io, чтобы отсканировать штрих-код в нашей системе блокчейна. Они могут сканировать код или вводить просто находящиеся в строке поиска числа, чтобы увидеть смарт-контракт и получить полную информацию о продукте и узнать, покупают ли они настоящий продукт проекта монеты Grig. Непосредственно о токен-сейле. Начало токен-сейла запланировано на 1 ноября 2018 года, и окончание токен-сейла
31 ноября 2018 года. Стоимость одного токена GC равно 0,007 доллара США. Принимаются валюты для инвестирования эфириум, биткоин, лайткоин, эфириум классик и Ripple. Минимальная сумма покупки 2500 токенов GC, токенов Greek Coin. Софткап проекта составляет 1 миллион долларов США и хардкап 25 миллионов долларов. Действует бонус во время pre-ICO, предварительной продажи в 15%. Есть время для того, чтобы токен сейл, как мы понимаем, начинается через 24 дня. То есть есть достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с проектом, задать, если у вас останутся вопросы, в поддержку, вы получите все ответы и принять решение о инвестировании в этот проект. Пожалуйста, знакомьтесь и присоединяйтесь к проекту Greek Coin. На мой взгляд, интересное решение и, безусловно, платформа имеет шансы быть принятой и принести прибыль своим инвесторам. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!